О бездомных собаках и кошках, об их жизни в приютах и о решении проблем безнадзорных животных. Программа «Хочу домой». Задаем вопросы руководителю общественной организации защиты животных и приюта «Надежда» Амаль Баевой. Выясним, можно ли брать собаку во взрослом состоянии, и увидим сюжет о жизни собаки со счастливым финалом. «Хочу домой» на телеканале «Самара ГИС» в пятницу 21 мая 18:15.